Больше 50 послов Республики Беларусь у разных краинах, представники министерств и центра маркетингу, керунки предприемств. На Могилевшине организовали семинар по питаниях экспортной деятельности. Главная задача – подробязнее познакомить гостей с потенциалом региона, продукции могилевских фабрик и заводов, проставить мощности туристичной и культурной сфер. С экспортными поставками сегодня тяжкости у многих. Поступово ситуация стала выравновываться. С лютого в области экспорт послуг достигает планового показчика. Конечно, французский рынок, и он самый достатковый. Это другая экономика Европейского Союза. И фактично Франция может зарабить кожную продукцию и занимается вытворчеством кожного на керунку продукции. Але все ж таки мы можем быть конкурентными тогда, когда мы пропонуем больш танную продукцию и с отповедной якостью.